Всем привет, дорогие наши подписчицы! Сегодня мы хотим рассказать вам об одной из самых популярных услуг, которая пользуется спросом у девушек и которая достаточно эффективна, это Full Face. Минуточку, а почему только подписчицы? А что, подписчики тоже? Конечно, у нас же и мальчик, и девочка были. Вы понимаете, подписчики тоже делают Full Face, поэтому можно рассказать в общем, да, обзорно. Про девочек и про мальчиков. Из чего состоит Full Face? Что это вообще? Что это за такая волшебная процедура? Это действительно процедура, которая здесь и сейчас, буквально за час вы получаете результат, который стирает 5-7, а то и 10 лет. Что же она включает в себя? Как правило, это сочетанные методы, это филлеры, это ботулотоксин, это нитевые методики в зависимости от показаний и запроса. И вы их ставите, колите, как правильно? Как это происходит? Да, да. Как это происходит? Если мы говорим про первый этап нашей программы, это ботулинотерапия, сначала я прошу пациента погримасничать, то есть он хмурится, удивляется, щурится. И уже когда определяем те точки, которые необходимо корректировать, это происходит буквально как комариный укусик. То есть это не больно, это комфортно. Можно сразу поставить ботулотоксины, можно сразу же поставить филлеры. А иногда мы сразу ставим нити, а затем уже ботулотоксины, филлеры в одну процедуру. Это все возможно. В одну процедуру? Угу. Процесс реабилитации. Все зависит от масштабности мероприятия. Если мы подразумеваем несколько этапов, например, ботулинотерапия, филлеры, то реабилитации как таковой нет. Какие проблемы сразу решает эта процедура? Восполнение дефицитов объемов, коррекция средней трети, заполнение носогубных складок. Иногда хотят просто освежить губы, то есть не менять как-то радикально. Ну, вот это то самое. Используете в своих методиках препараты, насколько я знаю, Райдес? Это мой любимчик. Это самый интеллигентный филлер, на мой взгляд. Чем он хорош? Но здесь будет уже момент сленга, наверное. Гиалуроновая кислота, она гигроскопична, то есть она притягивает водичку. Соответственно, есть пациенты, которым нельзя использовать препараты на основе гиалуроновой кислоты именно в средней трети, чтобы не получить лицо такое одутловатое, знаете, лицо богатой алкоголички, я это называю. Как раз Radius этого не дает. Он красиво очерчивает. Деликатно. Он красиво очерчивает, не дает одутловатость и отечность. Итак, девушка 30+ может сразу за одну процедуру откорректировать свои черты лица, сделать их более гармоничными и провести профилактику? Вы все за меня сказали, я не знаю, что мне отвечать. А девушки 40+? Ну, смотрите, на самом деле, ну, я, пожалуй, да. Суть нашей процедуры заключается в том, что можно зайти за дверь врача-косметолога и выйти через час абсолютно обновленный. Я бы даже так сказала. Если зайти вовремя в кабинет косметолога с профилактики, то очень долго окружающие будут думать, что наши пациенты просто ведьмы. Они вообще не будут никак стареть. То есть можно выйти красоткой, но все будут спрашивать, да, и как будто просто красивая. Хорошая генетика от природы, ну, хороша. Какие дела? За красотой все к нам. Добро пожаловать.